экономия на солярке приводит к потере денег, а именно потере насоса. Мы будем надеяться, что не в этом случае. Показывай, что у тебя случилось-то. Это наш тракторист широкого профиля. Так, ну вот у него, он говорит, засасывает, вот. Качаешь, его засасывает. О, блядь, его засасывает. Либо же бак забитый. Кто забитый? Бак. А кто его забивал? Мусором. Забили, да? Потому что если бы он качал, он бы отсюда выкидывал солярку. Ну вот, не зря на тракториста учился, да? Я не учился. Жизнь научил. Жизнь научила. Как фамилия? Моя фамилия очень известная, чтоб я ее вам называл. Иди, ключ 19 надо, Миш. Первый в бак лезть не будем, а по этот. Скорее всего, что вот здесь трубку забивает. И масляный. Трубка потекла сейчас, поменяю, вчера еще, когда грузили. Нету, да? Мелких два осталось. Кабелей всех забрали. Вот смотри, с бака фильтр грубой очистки. Вот этот с бака надо открутить. И убедиться, что с бака идет солярка. Понимаешь? Тогда уже дальше разбираться. Смотри, верхние и нижние эту шайбу не потеряй. Миш, а у тебя внутренние, ты говорил, болты на насосе, да? Не сквозные. То есть, получается... Что ты делаешь? А я на место стараюсь. Да что ты делаешь? Достань его. Ты не видишь, что ты крутишь-то, ёб твою мать? Ты не видишь, что крутишь, э? Его забило. Он весь в говне. Так его тоже чистить надо. Это всегда происходит с Куновским, когда мороз. Почему? Ну не знаю, потому что видишь конденсат сколько нахуй. Ты видишь, что там творится? Это вообще пипец. Трубку вниз и постучи только, смотри, солярка пойдет. О, все? Пошла? Да. Ну вот так. Его надо штуцер весь прочистить, ну. Куновский больше всего работает и постоянно. Зачем ты? А, промыть? И он постоянно мозги нам парит, когда начинается вот это вот морозы первые. Потому что прежде чем лезть в бак... Я посмотрел сейчас, даже от солярки, где я капала, она аж густая, и вот так вот пальцем взял и раздавил. То есть капли замерзли, грубо говоря, да? Так, под этим, под, да. Все шланги туда под. Вот. Ага, ага. Чё? Ага. Просрал? Да. Че? Он-то идет не под. А над? Над. Над, да? Да. Ага, так, так. Надо бы как бы и грубой очистки все. Вот. Грубую очистку все. Прочистить. Ну, попробуем сегодня день-два, а завтра все прочистим. Снимать шланг, его. Не-не, отстойник открутить там. Ну, вот это, да? Там фильтр стоит. Куда ты лепишь? Там сеточку мы ставили. Я на все трактора покупал и ставил сеточку. Такая, да, пластиковая. И вот под ней надо посмотреть сам отстойник.
Ну все, теперь пошли насос. Этот капот вскинь. Да зачем ты лезешь, он и так вскинется. А, воздухан. Для чего? Чтобы с фильтра тонкой очистки спускать воздух. Не с насоса, подожди, надо сперва покачать. Верхний, давай. Нет. Это? Мне кажется, вот это. Да, да, второй, вот этот, да. Качай. Еще приоткрою. Ух ты, а там стрелки должны на этом фильтре быть. О, прошло? Да. Все, затягиваю. Просрется. Да не штуцер этот. Штуцер на фильтре затягивай. Ага, теперь качай. Фыркнет и будешь заводить. На руковскую систему никак не переделать, да? А, ну это же на века. Давай, закрывай. Почему, говорю, в начале видео сказал экономия на солярке? Потому что один парень нам возит солярку и последний раз привез такую по 40 рублей, что у меня в поле Т-25 два раза перегревался. Хотя я за 13 лет пользованием Т-25 ни разу не смотрел на температуру в Т-25. Руки вымой, блядь. Перчатки одень на. Не-не, садись. Если будет глохнуть, перегазуй, отпусти и заново. Газ с плени выжми, давай. Ну все нормально. Ну, вот такое вот коротенькое видео. По поводу солярки, 40 рублей привозят у нас на заправке 49, то есть вот эта вся экономия в эти 9 рублей выходит боком, и насос выходит из строя, потому что, ну, не, как они делают, я не знаю, но предполагаю, что все-таки это печное топливо мешают и продают, потому что, ну, были такие случаи, есть у меня видео на канале. Вот, сразу видно. Тракторист. Тракторист широкого профиля. Ну, масло. Сейчас трубку эту будем делать, уж снимать не буду. Показываю тракториста. Вот так и поехали дальше. Да, Михан? Ну, так и поедем, говорю, дальше. Нет, сейчас трубку будешь делать. О, блядь. О, трубку буду. А что ты переживаешь? У нас есть еще эти крышки-то? Трубку, да, есть.